Привет! Меня просили дать какой-нибудь обряд или практику на выигрыш в лотерею. Делюсь практикой, которая прекрасно подошла по диагностике. Итак, день, среда или четверг. Неважно луна. Либо если вы привыкли практику на прибыль делать на растущую луну, значит, все-таки делайте на растущую. Это ваше решение. Подготавливаем купюру, в стоимость которой будет входить стоимость лотерейного билета. То есть, например, билет стоит 300 рублей, значит, купюру надо взять одну купюру надо взять номиналом 500 рублей. Посыпать эту купюру корицей. Это называется зарядить купюру на удачу. Посыпать купюру корицей, либо капнуть на нее несколько капель лимонного сока. Либо то, либо другое. И 9 раз на нее вслух прочитать заговор. Денежку одну заряжаю, билет покупаю, много денег получаю. И топаем, покупаем лотерейный билет. Ни в коем случае не в режиме онлайн, а все своими ручками за свои кровные бумажные и билет лотерейный бумажный. Покупаем этот билет, приносим домой, и как только переступили порог, также 9 раз читаем следующий заговор, предварительно опять-таки зарядив уже готовый билет корицей либо соком лимона. Напомню, читаем 9 раз заговор, но уже другой. Билет волшебный купила, удачу разбудила, удача рядом со мной в дом идет, деньги несет, розыгрыш проходит, деньги ко мне переходят. Напоминаю, 9 раз и тот, и другой заговор. Прячем свой билет из глаз долой и дожидаемся розыгрыша. Есть еще один нюанс. Чем с большим количеством людей вы поделитесь этой практикой, соответственно, этим видео, тем больше энергии и намерения соберется у вас на тот момент, когда вы пойдете покупать свой билет. Ставьте лайк, делитесь этим видео, обязательно подпишитесь, кто не подписан, и пишите свой результат в комментариях. Я буду ждать. Я желаю всем удачи!